Всем привет! В этом видео у меня трендовое устройство, которое скоро появится в каждом доме, в каждом офисе и каких-то других локациях. Это беспроводная зарядка от компании Basius. Они мне прислали ее на обзор. Сейчас мы ее заценим, посмотрим, что она себе представляет и как вообще заряжает. Она, чем примечательна, она с экранчиком. На экранчике отображаются числа мощности заряда и напряжения. Зачем, вы спросите меня это? Я тоже это спросил, когда увидел эту зарядку. Ну, не знаю, но зато прикольно. Можно наблюдать, сколько выдает ваш зарядник напряжения и мощности. Вот такая вот она круглая, и здесь экранчик. В комплекте также идет кабель Lightning, что, кстати, интересно. Перед этим мы обозревали зарядку двойную, и там был Type-C. Здесь же они именно что-то угорели по теме Lightning, потому что, наверное, к айфонам. Ну, я не знаю почему, но прикольно, что именно Lightning, а не Type-C. Больше в комплекте у нас ничего, я так понимаю, не идет, кроме китайской непонятной инструкции с английским языком тоже. Вот, и сама зарядка выполнена. Она, я бы не сказал прям, что с такого дорогого-дорогого пластика, но он обычный, экранчик глянцевый, здесь 4 такие силиконовые кнопочки и, собственно, разъем под Lightning. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас подключим ее к пауэрбанку от Basius, кстати, тоже, и посмотрим, сколько она заряжает мой 10-й iPhone, например, за 10 минут. Погнали! Пауэрбанк. Зарядочка. Что интересно, кстати, на сайтах и в описании очень редко где встретишь этой беспроводной зарядки, чтобы прям написано было, что это Lightning. Видимо, потому что они не имеют права это делать, они и не пишут публично это нигде. Но по факту это тот же Lightning. Включаем ее, и сразу на экранчик выводятся цифры. Здесь у нас напряжение 9 вольт, и я так понимаю, как только подсоединяешь смартфон к ней, сразу пишется мощность, сколько ватт. Да, все есть. Получается, этот пауэрбанк выдает 9 вольт и 5,4 ватта, что достаточно много. Знаете, чем прикольно иметь этот экранчик? Вы можете, просто подключая, смотреть, мощный адаптер или нет, нормально он выдает напряжение или нет. Такой себе индикатор для проверки адаптеров питания. Ну что ж, мы ждем 10 минут и смотрим, как она зарядит мой iPhone. Что интересно, кстати, вот она лежит, и вольтаж чуть-чуть уменьшился, стало 8,8, а мощность стала чуть-чуть больше, 5,4. Видимо, оно как-то там выравнивается. Ну что ж, по истечению 10 минут мы видим результат чуть-чуть больше, чем в зарядке двойной, которую мы перед этим снимали видеообзор. Здесь результат за 10 минут около 10%. То есть 1 минута 1%. Это удобно. Нужно сказать, что это не кабельная зарядка по проводу, которая заряжает намного быстрее. Это беспроводная все-таки, и эти результаты — это тоже хорошо. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, то ставьте дизлайк. И напишите об этом в комментариях. Пока!